Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев на минувшей неделе утвердил ряд обвинительных заключений по резонансным уголовным делам, расследованным в Уральском федеральном округе. В Тюменской области обвинение предъявлено бывшему вице-губернатору. В декабре 2010 года он подписал акт сдачи приемки, согласно которому государственное предприятие «Госрыбцентр» в рамках контракта вырастило молоть промысловой рыбы и выпустило ее в Опертышский бассейн, на основании чего из областного бюджета было перечислено 6 миллионов рублей. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что работы были выполнены за полгода до подписания акта, причем не по контракту, а в рамках осуществления основной деятельности государственного предприятия. В Челябинской области предъявлено обвинение бывшему сотруднику МВД в августе 2010 года, отвечавшему за соблюдение безопасности на рок-фестивале «Торнадо», проходившем на территории детского лагеря на озере Тургаяк. Он обвиняется в том, что не принял должных мер и не воспрепятствовал проникновению на «Торнадо» группы агрессивно настроенных злоумышленников, устроивших погром, в результате которого десятки зрителей получили телесные повреждения. В настоящее время также рассматривается дело в отношении 13 непосредственных участников и организаторов беспорядков. Также в Челябинской области предъявлено обвинение организатору финансовой пирамиды, действовавшей под вывесками «Потребительский кооператив общества автовладельцев «Реал Автогрупп», а также ООО «Финансово-промышленный холдинг «Реал Автогрупп». Мошенник привлекал деньги населения, приглашая поучаствовать в высокодоходном бизнесе по финансированию автомобильных грузоперевозок. Якобы участие в бизнесе имело форму денежного займа под проценты. В ходе следствия установлено, что никакими грузоперевозками «Реал Автогрупп» не занималась, а некая Национальная ассоциация частных инвесторов, которая, по словам афериста, выступала гарантом целостности привлеченных денежных средств, на самом деле являлась обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным на паспорт бомжа. В результате своей преступной деятельности мошенник только в Челябинской области похитил около 43 миллионов рублей. Кроме того, сейчас проверяются другие эпизоды. Аналогичные пирамиды существовали еще в нескольких субъектах Российской Федерации. После утверждения обвинительных заключений указанные уголовные дела направлены в суды, которым и предстоит определить меру ответственности обвиняемых.